вам игра Шинника в первом тайме? Игра началась с неожиданного пенальти на первых минутах. Была надежда, что наша команда забьет гол, но, к сожалению, она не оправдалась. И первый тайм, к сожалению, закончился перевесом в сторону команды Мордовии. Сейчас надеемся, что наша команда отыграется. Как думаете, замены во втором тайме способствуют улучшению игры? Я думаю, тренер решил выпустить на поле свежих игроков, чтобы компенсировать затраты команды. И думаю, что это поспособствует. Когда Сергей Самодин забьет первый гол? Ну, будем надеяться, что в скором времени займет, но это неизвестно. Спасибо. В первом тайме мы уже увидели два пенальти. Как думаете, будут ли еще сегодня пенальти в матче? Я думаю, уже нет, будет только все штрафные. И угловых все будет. Сможет ли Шинник сегодня переломить игру и сравнять счет? Ну, сравнять, это наши сравняют, а вот выиграть, наверное, будет вообще. Кто будет автором гола? Хорошо было бы, если Килоян. Или Нарвиз. Спасибо. Спасибо огромное. Давайте! Вперед, Шинник!